Авария. С сопереживанием рядом. Стою над пропастью, чернеющим обрывом. Газель несется полная. Девчонки и ребята смеются за секунду до хлопнувшего взрыва. Играла канитель всегдашняя на взводе. Жених с невестой маются открыто. Невидимая смерть свое лассо заводит и режет колесо косой бритвой. И лента серпантин взъярилась на дыбы. Всеобщий крик тоски, полет, удар о землю. Приедет скорая и разберут гробы по почерневшим от страдания семьям. В авариях, терактах, катастрофах, что видится зевакам и спецслужбам? Фрагменты тел, кувалды, раздробленный картофель, куски одежд, осмотр произведен наружно. Но внутренне, незримое для глаз, что происходит в запредельном мире? Их души, отошедшие от нас, насильственно лишенные квартиры. Неопытные силятся понять, где их тела, служившие жилищем. И это все? День-два и начали вонять. Сегодня утром съеденная пища. Здесь ангелы и бесы разбирают служивших Богу или отрицавших. Мытарство страшное между огнем и раем. Живых и теплых, останками вдруг ставших. Спроси благословения на каждый вздох, тем более в далекий путь идущий. Скажи, тебе веряюсь я, мой Бог, сам уравняй мой путь и разгони все тучи. 21 сентября 2001 года.